У меня всегда настороженное отношение к Азии, потому что за улыбкой может скрываться звериный оскал. Надеюсь, что китайцы все-таки хоть чуть-чуть нас любят в хорошем смысле этого слова. У Китая, как известно, нет друзей. В Китае едят все. Улиток, червей, гусей сожрут и Россию. Я считаю, что Китай – это большая угроза для России, потому что Китай уже захватил, если, по-моему, насколько я знаю, уже практически весь Казахстан, Кыргызстан. Китай – это уже Владивосток. Я сам восточной внешности, но тем не менее, я считаю, что экспансия Китая, она уже не знает границ. Поэтому у нас может быть от некоторой безвыходности. Я считаю, что нужно продавать газ, но не пускать Китай во все сферы, начиная от сельского хозяйства, заканчивая женитьбой на наших русских, рязанских, брянских девушках. Сказать, что они нами пользуются, ну ладно бы, если они качали у нас газ и за это не платили. Все-таки это же контракт двусторонний, они получают, за это они должны платить. Реальные наши союзники в России, их два всего лишь. Это наша армия и наш флот. Китай – это наш партнер. Но не надо обольщаться и думать, что вот мы целоваться в десна, как говорится. Достаточно вспомнить события на Даманском полуострове, которые происходили давно, его многие забыли, и как нас слили потом наши китайские партнеры. В Китае очень много людей. Если они пойдут табором на нашу страну, а им там негде вообще жить, то пропала вообще наша вся история. Страшно. Ну не надо. Вот у нас есть у русских вот такой, знаете, брат ты мой и так далее. Да не брат, он не считает тебя братом своим.